День рыбака отметили в воскресенье в разных районах области. В островной столице праздничную площадку развернули в городском парке. Для гостей организаторы подготовили развлекательную программу. К примеру, дети могли поучаствовать в мастер-классе по созданию бумажной акулы. На территории также для ребят установили батуты в виде корабля. Взрослые могли проявить ловкость и меткость в разных играх, а со сцены звучали рыбацкие хиты разных лет. И в конце программы мы разыгрываем большой подарок – велосипед, который будет разыгрываться по номерам телефонов. Это гостям нужно будет отгадать загадки цифр, 11 загадок по цифрам, из которых состоит телефон. А это кадры уже из Невельска, где День рыбака – один из любимых праздников. Жителей и гостей портового города по традиции угощали вкусной ухой. Волну позитивных эмоций принесла на площадку пенная дискотека.